Ребята, привет! С вами Игнат. Зимой тоже надо пройтись, подняться на гору Кошка. Пойдем поднимемся, погуляем чуть-чуть. Что-то такой ветер сегодня. Я думаю, какие волны там внизу. Ух, а здесь, ну, здесь гора держит ветер, вроде как нормально. Там сейчас продается крымский лук. Я смотрел, подходил 200 рублей килограмм. Зимой он стоит. Сколько он летом стоит, я что-то не помню. И я решил вот сюда именно прийти, показать. Потому что все всегда вот оттуда заходят. А здесь-то тоже вон какая красота. И поэтому нужно и отсюда тоже на Кошку посмотреть. Просто удивительно. Там внизу такие волны. Мне кажется, что шторм начинается. А тут тихо и вообще ветра нет. Но это правда Кошка, наверное, держит. Вот если присмотреться, смотрите, прям какие сильные волны набегают. Офигеть. А солнышко? Ну-ка, сейчас через очки покажу. Вот как солнышко через очки смотрится. Ну, в общем, что? Пойдем гулять по Кошке. Вперед. Ну, традиционно начнем с самого входа. Кафешка закрыта на зиму. А там внизу стол стоит. И люди, видите, приехали на пикник. Красота. Мы вот сюда отойдем в этот раз. Посмотрим, какой вид с этой стороны на дорогу. На Ялтинскую трассу. О, красота. Люди гуляют по Кошке. Много народа встречается. Новогодние каникулы. Такая красота, говорю. Там люди на пикник сели. Тут прогуливаются. И там машины. Машин видели, сколько много на площадке перед Кошкой. Это, наверное, весь народ здесь на горе. Выходим на первую видовую площадку. О, здесь-то ветерок уже чувствуется. Чувствуется ветерок. Ну и сейчас пойдем сюда. Картинка без квадрокоптера. Видно все. Без спарки. Бедный спарки. Тут, наверное, конечно, на таком ветру бы не смог лететь. Красота. Сейчас я поднимусь на вторую видовую площадку. Обязательное место посещения. Когда я приезжаю в Семис, всегда сперва сюда иду, потом лезу вот сюда, и потом по лесу иду к Голубому заливу, ну, в сторону Голубого залива. Здесь вон, мне нравится прям так на краю, как будто ты пропасти. Так-то если посмотреть, ты реально на краю пропасти. Ой. Опа, 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 опа. И вот мы на второй видовой площадке. Сейчас я вот сюда пойду. Наверное, вот сюда надо залезть. Вроде. Да, конечно, тут уже опасно. Ветер, но надо аккуратненько, аккуратненько и смотреть. Круто, да? Офигеть!
мне так нравится отсюда вид, именно когда вот эти скалы сзади меня видно, море, супер. А сюда я не уходил, здесь ветра нету, красота. Смотрите, тут прям как нависают они камни. Супер, супер. Кто был в Семизе зимой и не залез сюда? Лентяи. Ну, теперь пойдем в сторону Голубого залива уже. Через поляну 12 месяцев, как я ее там называю. Я спустился на тропинку. Тут опять тепло, нет ветра. Хорошо. Идем и любуемся такими видами. Смотрите, вот это мне тоже очень место нравится. Такое дерево. И вот такой тут вид открывается. Прям охота на каком-нибудь дельтаплане туда сигануть. Офигенно. Сколько раз я уже здесь был, все равно это не надоедает. Круто, офигенный вид. Вот, ребята, мы выходим на поляну 12 месяцев. Я тут говорю все время зелено. Нету ветра и тепло. А вон там оттуда идут парни. Как они туда залезли и что оттуда видно, надо посмотреть. Может, они пошли вот как я был сейчас там наверху. И вот так оттуда и спускаются. Мы сперва пойдем смотреть на Голубой залив. А потом посмотрим там другие дороги. Может, есть какие-то, о которых я не знаю. Вот сюда я тоже почему-то не ходил ни разу. Видите, какая тут пещера. Я и знать не знал. Ой. А тут он как можжевельник растет прямо на камне. Опа. Тут видите, как балкон такой. Блин, смотрите, он реально на камне растет. Вот оттуда парни откуда-то идут. Чуть-чуть отошел с тропинки и уже увидел что-то новое. Круто, круто. И тут тоже, смотрите, можно отойти от полянки. Блин, всякие птички летают. Тут тоже вон какая секретная. Это уже, смотрите, камнях растет. И сюда, наверное, даже можно спуститься при желании, но не нужно, конечно. Вон ребята прошли на пикник, наверное. Блин, а тут уже свернули, тоже перила было. Зачем? Что это там такое? Блин, за перилу я пойду посмотрю, что тут. Смотрите, это что, прах, что ли? Похоже на капсулу с прахом. Надо же. Надо же. Кто это там, вы не знаете, чей это прах? Пишите, если это так. Ребята, вон где я сижу, смотрите. Видите, какая красота. Закат уже почти. И волны, очень сильные волны, смотрите. Ой, красота. Я, кстати, говорил в видео, когда ходил туда в Коцевели, что не видел аквапарк сверху. Я наврал, я его чудо-то 100 раз видел. Вон как, какая дорожка. Не лунная, а солнечная дорожка на море.
люди еще сюда даже спускаются. Там тут что, какое-то секретное место тоже есть, что ли? Ну, я уже, конечно, не пойду туда. Ребята сейчас вот на эту скалу залазили, фотографировались. Вот на эту. Девушка смогла. Я тоже залезу. Посмотреть, что там. Тоже в эту сторону не ходил. Не смотрел. Сейчас залезем, посмотрим, как отсюда смотрится. Вот он, можжевельник. Вон какие отвесные скалы. Так. Ну, в общем, я полез наверху. Наверху тут лезть-то. Ну, лучше я буду держаться обеими руками. И вот мы на самой вершине. А. Ого! Как тут? Не шибануться бы. Вон там селфи все делают. А это мы еще выше оказались. Круто. Хорошо, что женщина сюда залезла. Я бы так в эту сторону даже не пошел. Ребята, ну все, погуляли мы по кошке. Сейчас я зайду домой, поем, пойдем смотреть, что там на улице, и пойдем смотреть, что там на море. Кажется, там шторм начинается. Посмотрим. Там такие сильные волны, прям вообще жесть. В общем, все, я поесть и на пляж. В общем, я уже говорил, что у нас шторма, прям сильный-сильный шторма уже. Я не знаю, как это назвать, может и не шторма, но ветер очень сильный, штормовой прям. Я ничего не могу не полетать, ничего не могу, в общем. Я вот решил пройтись сегодня по зимнему Семиизу, показать вам, какие тут бывают шторма, чтобы вы поняли, почему бьются набережные, почему такие волнорезы везде стоят на Черном море. Я вот просто сейчас смотрю. Посмотрите вон об диву, как они бьются. А туда я просто боюсь подходить, потому что, не дай боже, сдует. Туда вниз я сейчас схожу. Сейчас я еще хочу вам показать закат. Сегодня очень такой, ну да, можно сказать, закат. Ай. О, ужас, аж море вспенивается. А. Смотрите, вон закат. А вон море аж пенится. Ну, мы сейчас... Я, блин, еще с магазина иду с пакетом. Сейчас попробуем с вами туда вниз прям пойти. Что, попробуем? Мы туда пойдем. Еще я там увидел, что как идти к Диве. Вон, видите, доски положили. Ой, ужас, какие волны. Ну что, пойдем смотреть зимний шторм в Семиизе? Пойдем. Ребят, вон как тут волны бьются. Мы туда сейчас вниз тоже спустимся. Опять подруга моя прибежала. И пойдем посмотрим самую жесть, как говорится. Самое месиво. О, офигеть, что там творится. Мы должны это увидеть поближе. Подруга, ты что, за мной будешь бегать? А? Ну иди, иди жалеться. Котя, Котя, Котя. Котя, Котя, Котя. Ты подруга или друг? Я еще говорю с пакетиком с этим. Давайте сейчас еще посмотрим вот отсюда, где летом стоят, где летом ходили по мосту. Как отсюда выглядит. Подруга бежит за мной. Котики, обормотики. Вон, в общем, как тут. Я, наверное, на края прям подходить не буду, потому что, не дай бог, порыв ветра и улечу вниз. О, небо красное. Смотрите, как над горой, на горе прям лежат тучи. У меня еще друзья спрашивают, ну чего ты в горы сходил, когда в горы пойдешь? А я не знаю, как туда идти. Потому что ветер не стихает уже, ну я говорю, дня 4, наверное, уже точно. Я, конечно, летаю на свой страх и риск, но это может плачевно закончиться.
потери квадрокоптера, чего очень бы не хотелось. Он все-таки вещь дорогая. Смотрите отсюда, как закат. Я вам буду показывать с каждого. Вот. Подруга тоже бежит. С каждого, как это назвать, уровня. Буду показывать закат с каждого уровня. Ну, пойдем, подруга. Вон она сидит. Подруга. Слушайте, и тут даже все сырое. Вот камни, ступеньки. Видите, все сырое. Это ж дождя сегодня не было. Это, наверное, капли сюда долетают, что ли? Вон, видите, площадку сделали. Это, я думаю, может быть, я же уехал, блин, как я уехал, так тут дайверы, ну не эти, не дайверы, склин какие-то там со скалы прыгали. Может, это для того, чтобы им удобнее было туда подниматься, оборудовали так площадку. Подруга бежит вниз тоже. Я постараюсь вот сюда залезть и вообще. Ой, так, пакет надо куда-нибудь положить. Повешу сюда, чтобы шуршать в кадре. И полезу повыше, чтобы посмотреть на эти волны. Обалдеть! Да, если туда попадешь, то тебя уже точно разобьет о камни. Вода прям сюда долетает. Я вот смотрю на камеры, есть, нету. Мне прям до лица капли долетают. А я сейчас пойду еще поближе, постараюсь подойти туда прям к лестнице. Смотрите, подруга пришла. Иди сюда. Мяу, иди сюда. Кс-кс-кс. Иди. Ты что за мной ходишь, подруга? А, подруга? Дурында. Ты зачем сверху-то сюда пришла? Дурная кошка. Ну, подруга у меня. Подруга идет. Куда же без подруги? Ай, дурная подруга. Еще вперед меня убегает. Дорогу, наверное, показывает. Я не могу с этой подруги. Ого, вот они где доберутся. Вот меня сейчас конкретно окатило водой. Видите, помост сделали. Его не было. Я думаю, что это клифт вот этой штуки сделали, когда они прыгали. Тут уже все доски переломало штормом. Прям культурно. Ну, конечно, это все протер камеру, все-таки окатило. Че я про доски-то начал говорить? Конечно же, это все доски эти, все это разобьется об шторм. Так что к лету, наверное, этого уже не будет. О, слышите, какой тут гул. Мне уже страшно. О, как сюда. Я хотел туда подойти повыше, но что-то, наверное, я делать этого не буду. Меня прям водой окатывает. Подруга свалила. Не-не-не, туда мы не пойдем. Офигеть. Вот закатик какой сегодня. Еще раз отсюда покажу. В общем, я все здесь показал. Туда я уже не пойду. То, не дай бог, смоет. Ну, не смоет, конечно, но окатит водой, не хочу мокнуть. У меня куртка одна здесь. Пойду на городской пляж. Все, ребят, я наверху. Подруга моя где-то отстала от меня.
А волны тем временем усиливаются. Я вот здесь еще на подпорную стенку подойду. Еще тут покажу. Может, вот отсюда будет лучше видно. Да, вот такой штормик у нас. Ну все, теперь я точно иду на городской пляж, чтобы посмотреть, как там волны докуда достают. Достают ли они до новой набережной. Ой, тут тоже пещерка даже есть. Я что-то не был здесь. Когда идешь тут по аллейке, по этой можжевеловой, то уже даже тихо, и где-то даже птички зашухерились и поют, чирикают. Вот как ребята удивы. Тут, в принципе, просто волны как будто не, и как будто не сильно, потому что шторм. Ну, конечно, высокие вот такие волны и намывают гальку. Такие кучи. О, где волны-то? Громины. Блин, я сейчас весь мокрый буду. Прям. Прям брызги в лицо. Да, если сюда сейчас встать, наверное, унесет фиг знает куда в море. Смотрите, прям как оголяется. О, мощь какая. Тут на набережной я вообще один. Там хотя бы девушка пришла посмотреть на волны. А тут никому не интересно. Кстати, набережная сухая. Сюда волны не попадают. Сейчас я еще на ту новую парковку поднимусь. Там тоже должны волны быть нереальными. Да я вижу уже отсюда, что они там нереальные. Офигеть. О, какая идет, блин. Жесть. Аж камни слышно, как скрежет. Это, честно говоря, для меня новое. Я в прошлом году даже и не думал. А в прошлом году почему-то было плюс 15, плюс 16, плюс 18. Вообще не было ветров, пока я гулял. А в этом году вон что. Мне повезло и шторм увидеть. Свинцовое небо. Свинцовое голубое море. Тут песок намыло. Я вот сейчас иду. Видите, по песку иду. Ну вот я и сам побывал в шторм на море. И вы заодно со мной побыли в шторм на море. Смотрите, какие летят. Надо сходить, наверное. Они прямо эти бетонки, им пофигу на эти бетонки. Офигеть. Волна идет выше этих бетонок. В общем, все, ребят, посмотрели мы с вами шторм. Я посмотрел, и вы посмотрели. Такая вот стихия водная. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал. Лайкайте видео, репостите, если понравилось. Есть такая возможность. С вами был Игнат. Пока-пока.